Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Сегодня с вами говорим на такую тему, как ожирение. Меня просили снять видео не по поводу диеты, не по поводу образа жизни, не по поводу, как я описывала это все, психологии, да, не по поводу какого-то мышления, а по поводу помощи. Если есть проблемы, как можно помочь своему организму нутриентами. Ведь мы помним, что при ожирении очень-очень много свободных радикалов, очень много токсинов, мозгу сложно справляться вообще с деятельностью. И из-за этого происходит момент встречи с реальностью. И здесь что мы можем использовать? Человек, который вот встретился с этой трудностью. Мы можем использовать келп, который будет работать с нашей щитовидкой. Мы можем использовать лецитин, мы можем использовать лакло, мы можем использовать нутриберн. Лакло, мы помним, что нам нужно, чтобы хорошо работал кишечник, и в нем было достаточно клетчатки, и в нем было достаточно среды для обитания хороших бактерий. Также мы можем использовать солстик, это энергия, да? Мы можем использовать омегу, можем использовать с этим человеком горцинию камбоджскую. Что это все за комплексы? Это комплексы трав и микронутриентов, которые работают с кишечником, щитовидной железой, которые работают с тягой к питанию. И также мы можем работать с минералами, потому что очень часто полные люди, они пусты по микронутриентам. Именно вот эта пустота микронутриентов и вводит человека в состояние повышенной тревоги, повышенной тяги к питанию. Также, друзья, для того, чтобы помочь этому человеку, нужно помочь его микрофлоре. Часто разрастание грибов, разрастание кандиды, разрастание стрептококка, стафилококка блокирует нормальную работу хороших бактерий. И поэтому здесь может быть и перец чеснок, может быть комплекс с каприловой кислотой, может быть хлорофилл, который ликвидирует. Может быть подарка, может быть уралакс даже. Смотря какая система у вас задействована, той и нужно помогать. Напоминаю, вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом, будущим нутрициологом, сейчас только биохакер, да? И здесь я помогаю вам разбираться с вашими сложными вопросами. Вот передо мной прям подготовленная презентация для вас по вашим запросам. И каждый день я работаю, чтобы вы могли пользоваться этой информацией. Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий, если эта тема полезна и какую бы вы тему хотели рассмотреть. Кто-то писал мне о мочеполовой системе, кто-то мне писал о антиаллергенных состояниях, кто-то о гепатопротекторах, кто-то просил у меня рассмотреть зрение, дыхательную систему, как помочь иммунитету, тоже писали, противогрибковые, противовирусные протоколы просили затронуть. Все это очень-очень интересно, но напишите, какая ваша тема.